Не только новые не появились, но и старые пропали. Сократилось количество трамвайных вагонов, курсирующих до предприятий КАМАЗа. Как отметили в дочернем предприятии автогиганта, обществе с ограниченной ответственностью электротранспорт, связано это с корпоративным отпуском КАМАЗовцев и, соответственно, уменьшением пассажиропотока. Если в рабочие дни ежедневно в рейс выходили 88 вагонов, то с 8 июля их стало на 7 меньше. А на днях, проанализировав полученные данные, их число решили сократить до 72. По первому маршруту один трамвай убрали. Сейчас последний трамвай уходит с Сидоровки в 6:23. Три трамвая мы убрали со второго маршрута, один трамвай с третьего, один с четвертого и один с седьмого маршрутов. Ну вот вчера, сегодня смотрели, пассажиров немного. Конечно, звонков бывает очень много, звонят, потому что люди не знают, но когда уже узнают, на работу все уезжают. 5 августа закончится корпоративный отпуск на КАМАЗе, и с 8-го трамваи начнут ходить в обычном режиме. Что касается 10 новых вагонов, которые должны были поступить в набережные Челны по федеральной программе, пока их в городе только 3. Остальные появятся не раньше октября. Не успевает. Вот завод не успевает, потому что это федеральная программа, и очень много вагонов, ну, не только нам надо, по всей России.